Напомним, по итогам основного зрительского голосования финалистами телепроекта «Станцуй лучше, спой лучше» стали 6 хореографических коллективов и 6 участников номинации «Вокал». В связи с эпид-обстановкой в стране редакция нашего телеканала сообщила о временной приостановке конкурса и переносе заключительного этапа телепроекта. Однако, чтобы участники в режиме самоизоляции не скучали, организаторы решили подарить шанс выступить в финале тем, кому не хватило зрительских голосов. В ходе двухнедельного дополнительного голосования среди претендентов развернулась упорная борьба. В результате разрыв между первым и вторым местом составил всего несколько десятков голосов. В связи с этим совет жюри принял решение, что в заключительном этапе проекта «Станцуй лучше, спой лучше» борьбу продолжат танцоры из образцового ансамбля «Белые берега» и единственный солист проекта Иван Ковалев из унеческого коллектива «Браво». Список финалистов в номинации «Вокал» пополнили Ксения Залогина из Жуковки и Виктория Жилина из Брянска.